Что дальше? Второй раунд. Начался второй раунд, и, ко всеобщему удивлению, Атом выглядит бодрее, чем когда-либо. Сердце швыряет легкого робота через весь ринг, как консервную банку. Кентон проводит своим роботом серию прямых правок в голову чемпиона. Завязался ближний бой, где каждый удар может стать последним. Если у команд и были стратегии, то они давно забыты. Металл пушит металл. Сталь бьется о сталь. Это побоище. Зрители стоя наблюдают, как две машины пытаются уничтожить друг друга. Кто-то должен уступить. И да, Атом вновь падает. Еще один нокдаун для нашего выскочки, который уже стал героем дня. И снова Атом встает. Кентон, должно быть, установил ему чип воли к победе. Позади половина четвертого раунда, и Зевс явно намерен поставить точку. Чемпион выкладывается по полной, обрушивая на соперника шквал сильнейших ударов. Видно, он дезориентирован. Руки вверх! В чем дело? Голосовое управление сдохло, он не реагирует. Что? Зевс врубил режим тотального разрушения, разряжая обойму в корпус Атома. Стоп! Сделай что-нибудь! Не слышу! Но звучит гонг, и снова этот маленький робот поражает мир. Это конец, Макс! Он меня не слышит! Зевс убьет его! Хватит! Я выключаю голосовое управление! И что? Он все равно не слышит! Да, зато он видит! Что? Что происходит? Я просто поставлю режим тени, а ты показывай, что делать! Так мы сможем управлять им даже быстрее! Нет, исключено! Ты посмотри, они паникуют! Миллионерша чуть ли не сожрать его готова! И знаешь почему? Они испугались. Ведь Атом может сделать то, что другим не удавалось. Но я не смогу это делать. Все, ты сможешь. Да нет же, нет. Ты сможешь. Покажи ему, что делать. Остался всего лишь один раунд. Не проси, не надо, не надо. Чарли, пожалуйста. Умоляю. Вот только не надо мокрых глаз. Дьявол. Ура! Непостижимо. Я знаю, что ты держишься. Не понимаю, как тебе это удается, но ты все еще в игре. Ну что, Кентон, да или нет? Дай, дай минуту. Ладно. Слышать ты меня не можешь, но зато видишь. Смотри на меня. Смотри на меня. Ты понимаешь, что с железкой говоришь? Я знаю. Заткнись. Смотри на меня.